Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого. Я продолжаю на уровне сложности эксперт со всеми дополнениями проходить игру Anno 1800. У меня тут проблемы. Со мной воюет бабуля. А именно леди Маргарет Хант. Со мной воюет один из пиратов, но это в новом свете. Но вообще то, что бабуля воюет, это самое неприятное, что тут может быть. Тем не менее, с нового света я доставляю ром. И, в принципе, для перехода к следующему уровню мне осталось только шубы сделать. Я как раз перешел на уровень Абреро в новом свете. Так, давайте посмотрим, что у меня флагман делает. Туризм, ну, пока туризмом я тут заниматься не буду. Ага, доказательство уничтожения я везу, правда, через бабулю, блин. Ну что, обстреляем. Пути! Штурман! Пути! Это типичный морской бой, вот так вот, в таких. Давайте я так пойду. И что, не убил корабль? Ну. Подберем. Что там выпало? По идее, эти до меня достать не должны. Буквально на радиусе. Блин, я сначала к своему, наверное, острову. Ой, там кто-то плывет еще, да? А, это маленький корабль. Есть повреждение. 14 муки. Так, все, плывем сначала к своему острову чиниться сюда. Пути! Ладно. Клипер. Я думаю, что мы доплывем, починимся. Так, и переходим в новый свет. Что у нас тут корабли? Тут надо опять к своему острову плыть. Вперед! Клипер тут возит. Мой клипер, короче, должен возить ром. А нам надо создать хлопок. Производство хлопка. Ну, где панель? Где панель постройки какая? Ну что за хрень? Блин, что за херня? Корабль построен. Так, тут еще один линкор сделался. Могу я еще строить? Могу. Линкоры надо сейчас постоянно строить. Я не понял, где панель постройки? Во, появилась наконец. Так, Абреро. Так, тут надо сгруппировать по типу. Вот. Вот шубы. Плантация хлопка, плантация... Ну, они одинаково, да? По минуте. Нет, это 0.30. Ага, значит, это одну хлопкопредельную. То есть мне сейчас надо сделать цепочку для создания шуб. В новом свете я делаю хлопок, ткань. Кстати, а тут надо... Блин, тут недостаток плодородности. Жопа. Вот где хлопок. Вот тут мне придется хлопок делать, но...
Тут везде хорналера надо, да? 10. То есть по-хорошему это 30. 30. 30 жителей всего лишь. Угу. Так. Меняем обратно. Рынок ставим. И жилье. Это что, саботаж? Ой. Да, да, объяви мне войну. А не можешь, тебе скрипт не разрешает. Все, иди тогда отсюда. Покеда. Блин, а мне тут еще тоже еды придется им делать. Сейчас посмотрим. Хватит ли нам? Мы в норме. Не, ну сюда надо привезти доски. Так, это у меня клипер за Ромом приехал. Благодаря ему, благодаря тому, что я доставляю Рому, у меня вот столько денег, в общем-то. 2231 вход. Ух ты, 70 Рома. Нормально, нормально. Неплохо. Видите, мне ремесленники больше всего дают налогов, хотя население из ремесленников меньше всего. Рабочих практически в два раза больше, а налогов они дают меньше. Поэтому имеет смысл переходить на следующий уровень. Так, сейчас мы ждем прибытия линкора сюда, чтобы перевести доски на другой остров. А в Старом Свете этот прибыл к ремонту. Мы продолжим бой, если нужно. Нормально. Нормально. Мы все жаждем твоей смерти. С чего бы? Обидны мне ее слова. Уверен, все готово к печати. Пока на плаву. Вы, как всегда, да ты охренел. Ты нормальную газету можешь делать вообще, тварь? Вы знаете, что лучше для читателей. Конечно, я знаю. Рот на замке. Конечно. Я тебя запомнил. Вы слабы. Так, крышку почините, я довезу. Тут 14 минут буквально. Что в Новом Свете? Прибывает корабль. И надо перевести досок на этот остров. Наполнить паруса. 70 ромов, вообще зашибись. Лучше тут немного. Так, что они хотят? Себе все и представляла. Тако хотят. Че, тортилью. Ага, боксерский ринг пока не хотят. Этот звук был пожарного гонга, где-то что-то горит, мне показалось. Да, вот был пожар. Да ё-моё! Вас же только тут поселили! Хреном и всё сожгли. Уроды! У меня какие-то жители не очень... Еще, видите, вот он тропический остров, да? Живите как в раю. Ну нафиг, мы сейчас хишину сожгем. Смотрите, ну что, хреновый остров разве? О, красота какая.
Я, кстати, думаю, что вот эта экспедиция — это как раз открытие полярного острова, скорее всего. Где-то мой корабль плывет еще, да? Проверка, что в старом свете. Так, этот везет доказательство уничтожения. Квестов тут никаких нет. Что у нас с... А давайте улучшим. Вы должны стремиться к исключ... Иди в жопу. Так, рыбы уже слишком дофига, шнапса опять дофига, рубашек дофига. Надо останавливать пока временно это дело. Это же вот эту рыбу мы вообще удалим. Мы все делаем с любовью. А, стоп, я их ускорил. Значит, я одну остановлю, остальные изменю. Так, хорошо. Шнапса дофига, да? Ну, шнапс я не ускорял вроде. Да, не ускорял. Поэтому давайте просто одну четверть остановим. Так, чего там еще дофига? Блин, рыбы минус 2 стало. Что-то 82%. Ну ладно, шнапс 1. Так, рубашки 6. Разбудите, когда надо. Рыбу. Рубашек много производим. Так, остановим. Так, рыба в ноль, шнапс единица, рубашки в ноль. Очень хорошо, колбаса 2. Но это я пока оставлю. Нормально. Все остальное нормально. Отлично. Разве плохо хотеть большего? О, уже не хватает рома. Ну, сейчас привезут. Ром сейчас привезут, не расстраивайтесь. И кирпич. И строим тут. Домик. Тут дорога не проходит. Так, вот это можно удалять. Не 60 их надо. Я весьма поражен. Мне тут надо 60 для производства хлопка. Чем без еды их пока оставим. Но нас так много. В яблочко. Извините. Так. Значит, плантация хлопка. Где мы ее организуем? Я занят. Мост не хочется строить, но придется. Эх. Просто 20 дерева. Мне кажется, что это для моста как-то
Дофига. Игра сохранена. Да, вот такая у нас тут будет дорога. Возражения не принимаются. Так. Сначала плантация хлопка. Сюда ставим. Тут делаем дорожку к складу. Здесь делаем хлопка. Привет. Этот сладкий запах металла и пороха. Я рад, что ему нравится сладкий запах металла и пороха. Но это мой металл и мой порох. Это чисто, чтобы разделить. Сюда. Линкор готов. Нужен еще. Что прикажете? Доски. В пути. Хотя тут 80 жителей, можно вообще в принципе поставить добычу дерева. Так, теперь мы вот в этом маршруте ром ткань добавляем еще один, городе бунт. Еще один маршрут вот сюда грузим. Ткань. Тут выгружаем. Принять. То есть он будет прибывать сюда, грузить ром, потом плыть сюда, грузить ткань и уплывать в новый свет. А, в старый свет, в старый. Мире окончен. Так, что у нас тут по квестам? На моем острове что-то происходит. А, где это? Блин. Вон. Еле видно среди этих. Вы же не прогоните стрелочек. Меня. У меня тут проблема, ее бы решить. Муж проводит время в одном из пабов. Ну как в одном? Он у меня один просто.
А вот он. Кто бы мог подумать? В профсоюзе производительность картофельных ферм меньше. Ну, это фигня, это, кстати, можно продать будет. Такси. Прямо скажем. О, привезли ром. Ремесленники веселятся по этому поводу. Штук нормально, выживем. Доски немножко подзакончились, надо поделать. Так, значит, возвращаемся в Новый Свет, грузим тут доски. Плывем на этот остров. Наполнит паруса. Но тут частично я и сам добываю их. Так. Такого. Вот тут надо отключить. Если у меня стояла покупка досок, надо отключить. Все остальное пока норм. Бунт, блин. А с хрена ли бунт? Вроде ж нормально жили. Ладно. Придется подавлять. Уже три линкора. Здесь и флагман. Что, мадам Кахина какое-то задание? Предлагаю договор. Здорово. Вперед! Так, а с кем тут кто воюет? Бабушка воюет со всеми, кроме Энн Харлоу и Гаспарова. Грейвс воюет вообще со всеми, кроме меня. Пираты воюют со всеми, кроме бабушки. И Гаспаров воюет с Грейвсом и Энн Харлоу. Ну, можно сказать, что в мире напряженная ситуация. Корабль за хлопком не приезжал. За день соберемся. Есть. За ночь убей. Да, кстати, а что тут по квестам? Некоторых служений. Ну же, марш! Собрать потерпевших кораблекрушение. Предположим, а у Гаспарова что? Это важное поручение. Марш отсюда! Начать сопровождение корабля. Блин! И среди, главное, островов бабули. Наши соперники начали войну. Отлично. Гаспаров и Леди Хант воюют. Отлично. Леди Хант, походу, со всеми уже воюет. Штурман! Я этому очень рад. Так, что там у нас с прибытием клипера? Где он тогда? Это линкоры. Эти стоят на месте, эти возят. Подождите, а где этот клипер?
корабль атакован. А, вот он где. Уже плывет сначала за Ромом. Мне нравится ваш ассортимент. Рвемся в бой. Ну, попробуем этот корабль затопить. Так, а в старом свете флагман прибыл выполнять задание. В пути! Сначала грузит тут Ром. Потом плывет за хлопком. То есть мне надо уже организовывать добычу меха в старом свете и переправку его тоже на мой главный остров. И мы сможем переходить на новый уровень. Блин, понятно. Не доплывем мы до нее. Так, в старом свете. Что тут с мехом у нас? От меня ничего не утаить. Я знала, что вы справитесь. В городе восстановлен порядок. Вперед! Так. Что вообще у нас? Как тут добываются шубы? О, блин, переключить надо. Минута 30. То есть на одного меховщика надо 2 хижины охотника. Готовы к заданию. Корабль атакован. Не, нормально. Так, 2 хижины охотника. Мы, собственно, этот остров заселяли ради поголовья пушных зверей. Где мы тут хижину охотника поставим? Давайте тут и тут. Наверное, в лесу, конечно, стоило ставить. Сейчас он будет как бы засеивать лес, делать, чтобы там звери появились. Штурман! Пока всего 6 тканей. Ну, начало положено в любом случае. Наполнить паруса. Там у нас явно скопилось ткани. Ко мне лучше не приходить с пустым. Людей так легко купить. А, нет. Пашем, как лошади. Вернем все обратно. А это, значит, блин, не знаю, я... Ну ладно, подойду. Тут, блин, столько кораблей и бабули. Надо быть аккуратным. Thank you.
зачем-то замостил тут все. Так жизнь. Эти посадка леса происходит. Когда я меняю газету, добавляю пропаганду, то повышается вероятность бунта и уровень счастья снижается. Но это того стоит, по-моему. Это, по-моему, того стоит. Так, меха. Ну, у меня просто тут два клипера плавают. Я один из них отправлю привозить. Так, пока мы тут вроде нормально плывем. Я ошибся с выбором. Чё это? Что у нас тут? Ну, вообще, с Грейвзом очень неплохие у нас отношения, как ни странно. Обычно он тут очень такой отмороженный. Но он деньги с меня потребует, хотя у меня 174 тысячи. Мои правила. Соглашусь. Ты рискуешь своей жизнью. Все, улучшили отношения, теперь он с нами торговать будет. Нормально, ладно. Помилуйте даму. Так, тут флагман с ромом и тканью еще плывет. То есть можно, пока еще можно некоторое время... не привозить меха на главный остров. Но, в принципе, значит, у нас такая цепочка. Одна хлопкопредельная фабрика, две хижины охотника и один меховщик надо будет поставить. Одного меховщика. И этого будет достаточно для создания шуб. Здесь смотрим, как у нас по ресурсам. Лишний шнапс один, нормально. Лишняя колбаса. Лишний даже хлеб. Паруса, сталь, мыло достаточно. Пиво в избытке. Нормально. Ну, кстати, шуб, наверное, даже больше надо. То есть надо еще делать. Что мы тут продаем? Давайте я поставлю на продажу доски. О, больше 107. Я подозреваю, что их будут покупать. Немножко рыбы побольше можно запасти. Шнапс. Кирпичи можно продавать. Колбасу. А чё у меня колбаса не продается, кстати? Хлеб продается. Где мой эскорт? Этот этап? Так, сейчас надо поставить там на сопровождение. Так, сейчас здесь линкор поставлю строиться. В новом свете сопровождение. Вместе мы победим. Так, и здесь строим еще хлопок. Корабль атакован. Хрена себе. Линкор готов. Ну,
тварь! Корабль потоплен. Ладно, пока не будем сюда линкоры отправлять. Тут мне надо хлопок еще сделать. Острова очень такие неудобные расположения, надо максимально эти вот прогалины заполнять. Еще одно. Так, сделаем. Так, это хлопок. Теперь в старом свете еще две этих меховушки. Хижины охотника. Проверьте. Склад придется стоять. Опять ты какое-нибудь говно написал, блин. Ты не нравишься. Пропали меха. Какие пропали меха? Их и не было. Остров вашего соперника напали. Так, сделаем. Тут поставим склад. Это все? Значит, идет в печать. Ты заслуживаешь медленной смерти. Ой, а ты заслуживаешь влияние. Ничего вообще не заслуживаешь. Так, что у нас с мехами? 13. Ну, можно отправлять один клипер уже. Я уже тут... Так, это можно... Муку отдать сюда. Так, что-то везут. Есть. Сейчас один из клиперов приедет, я его новый маршрут ему задам, чтобы он меха вез. Так, три линкора тут уже. Три линкора. К новым берегам. Клипер неуязвимый. Сейчас на новый маршрут отправится. Меха. Игра сохранена. Принять. Так, пока. Он выгрузился? Да, неуязвимый выгрузился. Значит, мы сюда. Неуязвимый. А, блин, надо сначала отменить. 4 часа подряд. Пора размять ноги. Убираем отсюда неуязвимого и добавляем сюда. Отлично. Так, что тут? А, типа во второй тренировке норма? Это нормально.
Все, неуязвимый начал меха доставлять. Как только он приедет... Хлопок тут уже есть. Я построю две фабрики по производству шубок. Не живу, а существую. В смысле, чувак? Мы все твои потребности тут выполняем. Че, охренел? Прям без шуб так все печально, да? Может, еще один пирс поставим. Давайте. Флагман ждет приказа. Пошли с бабулей повоюем. Вашего соперника напали. Этот линкор, который сейчас будет построен, я отправлю в новый свет. Как вообще у нас... Ну, экономика... У меня лучше, чем у всех. Зато у всех других вооружения лучше. Вот с бабулей экономика примерно равная. Поэтому ей не, очень не нравится мне, что приходится с ней воевать. Тут у нее еще и пушек дофига стоит. И радиус этих пушек больше, чем у моих кораблей. Ладно. Дальше не поплывем. Так, а что у нас по... Этот за ромом и тканью плывет. Готовы к заданию. Ваш соперник защитил свой остров. Он молодец. Все еще две электростанции место стоит. И мы будем, кстати, вот отсюда нефть возить. Тут у нас будет железная дорога проходить. Сейчас все месторождения тут находятся. Принято. Приговариваю вас. Вот и луч надежды. Так, сопровождение корабля. А здесь квестов. Я, кстати, не, есть квест. Я могу еще у него, корабли. Ура! Тоже сопровождение. Могу эти корабли, кстати, покупать. Это клипер. Вот королевская печать. Не. Так, сначала это задание. Игра сохранена. Выполним. Так, меха привезены. Есть ткань. А с мехом? Мех еще не привезен. А где он? Вот, 33 меха везет. Ничего себе. Так, ну одну уже можно строить меховую мастерскую. Я думаю, шубную.
Только меха доедут. Корабль построен. Так, этот линкор в новый свет. Остерегайтесь, негодяй. Начинаем сопровождение. Все, меха выгружены. Первое. Шубная мастерская. Мне не хватает просто пока еще ткани. Когда еще один клипер придет с нового света, тогда вторую поставлю. Отдельный производственный кластер. Посты. Ну. Если я соблюдаю закон, должны соблюдать и вы. Выручите? Принято. Дело закрыто. Приятно с ним иметь дело. Немногословный, платит много. Так, тут что? Я лишь винтик. Серый... Чудные дни. Сынок раздает. Может ли быть еще лучше? Листовки, чтобы перестать... Рано вставать спать. Маленького революционера найти около школы. Одет в голубую рубашку. Так, у нас тут школа. Вот он. Вы сдержали слово. Самостоятельный ремонт. Плюс 1000. Но это, правда, активировать надо. Это не пассивная способность, к сожалению. Так, как тут мой клипер? О, сейчас 57 привезет ткани. Нормально, нормально. Слушайте, ну сюда надо еще один клипер. Давайте... Они не дали мне возможности показать себя. Это на твоей совести. О, фотку сделать, отлично. Так, построю еще клипер, потому что... Вспыхнул пожар. Да, блин, где? Как раз на верфи. Только я хотел клипер построить. Тут пожар вспыхнул. Ну, ё-моё. Едут пожарные вообще? Вообще им далековато отсюда. Игра сохранена. Что тут построить пожарную станцию? Блин, так неохота, честно говоря. Лишних 25 монет содержания. Что тебе видит? Ладно, что он хочет? Устроил пожар в вашем порту? Ах ты тварь. То есть это он поджег мою верфь, чтобы я это сфоткал. Ваш соперник защитил свой остров. Нормально вообще? Хорош!
хороший пес. А у меня с ним торговое соглашение. Ну что, шубы практически уже скоро сможем перейти на следующий уровень. Ну это вот для того, чтобы если на острове невозможно картофель сажать, чтобы это можно было делать, но... Нет, нафиг надо, я могу продать, кстати. И книжка вот эта мне не нравится тоже. А еще можно для всяких экспедиций использовать. Так, клипер построю. И линкор. Новая задача. Все, уже опять не хватает шуб. А этим не хватает, мне не хватает ткани. Материала. Ладно, в общем, мы ждем прибытия с нового света корабля, который привезет меха. Места нет. Эй, перерыв! Так, пока можно приостановить добычу древесины. А здесь... Мы не зря на вас надеялись. Абреро хотят тортильи. Ну, корабль атакован. Почему и нет? Так, тут меня атакуют. Ты где? Блин, а вот это не очень хорошо. Так точно. Возвращаемся в порт. Проложен. Ты от меня атаковал, да? В пути! Сейчас это отремонтирован будет, я его обратно отправлю по маршруту. Принято! Так, что там в тортильях надо делать, чтобы кукуруза нужна? Кукуруза, мясо. Блин, а у меня есть вообще на... О, да, отлично. Лодь, вперед! Корабль атакован. Как вы позволили этому кануть в бездну? Мысль, а что я должен был сделать? Блин, какой-то квест провалил. Думала ко мне лезть, да? Да вы молодец. Погрузка. Что я молодец? Что-то выпало с нее. Игра сохранена. Внимание, адмирал! 19 смыло. Так, есть ли мне тут где кукуруза? А, тут есть кукуруза, отлично. Значит, можем делать. Осталось место найти для этого дела. Тут надо где-то. Так, хорошо. А мне жаль, Хорналера.
Они никогда не насладятся хладом. Корабль вернулся в порт. Тут прибывает... Это входит... линкор в новый свет, да? Утенок. Отличное название, кстати. Тут поставлю Томас. Его. Только глупцы дают слабину. Ага. О, кстати, может... Вообще не хочу с ним перемирия, кстати. Вот с бабулей я хочу перемирия. Вы будете сопровождать? Вы меня не подкупите. Да, жаль. Так, тут сейчас я сопровождением займусь. Начинаем сопровождение. Еще и корабль бабуля вовремя приехал. Сейчас он получит. Ну. Видели? Появился корабль просто из ниоткуда. Вот его. Только что просто материализовался. Все, защищаем. А в новом свете делаем... тортилью. Так, давайте я тут... Так, дорогу проведу пока. Так и так. Не хотел бы вас наказывать, но придется. Я тебя тоже накажу в ответ, окей? Так, скотоферма. Три, четыре. Раз, два. Корабль построен. Не туда поставил. Так, этот клипер к новым берегам. Мы добавляем гарпия. Мы добавляем к маршруту ром-ткань. Поехал. Готовы к заданию. Еще не прибыл. Другой корабль продолжаем. Тяжело, тяжело. 4, 3. Теперь дорогу. Так. И кукурузное поле. Так. Тут склад. И тортилошная. Вот здесь. Хоба. Так, еще дороги. Так. Так. Куда? На остров вашего соперника напали. Скотоферма. Осталось только засеять кукурузу.
Оба. Засеяно. Даю. Отлично. Так. Кукуруза. Скотоферма. Кукуруза. Скотоферма. И тортилочная. Есть. Я сделал и эту цепочку. Прибыл тут корабль. С ромом тканью. Прибыл, судя по всему. На готовом корабле не должна теряться ни одна деталь. Всем слушать адмирала. Что тут с шубами делается? Корабля такого. А надо делать. О, 57 ткани. И 45. Так, можно вторую ставить. Шубушную. Не люблю, когда кто-то стоит над душой. Бабули два корабля потопили. Знаете, давайте мы это завезем домой. Штурман! Чего-то не хватает. Сейчас всего будет хватать. Мы уже на остров вашего соперника напали. Полностью раскочегарили свое шубное производство. Так, меня интересует. На остров вашего соперника напали. Один плывет, второй плывет. Очень хорошо. Ну, можно было бы немножко пошире, конечно, сделать расстояние между ними. Но хотя бы так. Ну что? Тортилья начала удовлетворяться. О, они, кстати, ром потребляют. Ну, ладно, эти пускай потребляют. Скоро откроется боксерский ринг, наверное. И кофеек. Так, а в старом свете... Корабль атакован. Какая-то мелкая пакость. Есть! Это может тут пушку поставить? Орудийную башню. Такой нелестник. Иногда стоит проявить гибкость. Флагман к вашим услугам. Что-то выпало, подберем. Игра сохранена. Флагман ждет указаний. Это в ратуше используется вероятность пожара. Ну, это в ратуш... ратушу можно будет здесь поставить, но пока нет. Пока нет. Внимание, адмирал! Блин, может экспедицию какую отправить? Оглушительный! Вернем линкоры. Отправим в экспедицию.
Плевать. Давайте. Надо уже переходить на новый уровень. Тут у меня всего хватает, чтобы шубу производить. 28 мехов. 34 ткани. Нормально мне этого будет хватать. Ну, у него снижено счастье. Что это... Так, следующим разом не надо, наверное. Блин, плывет параллельно со мной. Что прикажете? Уйди! Подберем. Мы тут бабулю вообще бомбим всячески. Конечно. Это не сможем подобрать. Ну, подбирай. Это у нас для ратуши. Уже можно сдавать в печать? Помимо прочих уважительных, да, прозвищ, ничего иногда не буду редактировать. Оставаться верным себе. И плывем к себе. Пути! Корабль атакован. Блин, тут еще линкор. Вы потеряли бонус влияния. Ваш соперник защитил свой остров. Флот готов. Ваш соперник защитил свой остров. Еще один корабль. Походим. Блин, это пират. Так, у меня тут есть линкор. Штурман! Мы готовы. Так, давай. Ваш соперник защитил свой остров. Подплывет. Рвемся в бой. Да, жалко клиперы. Ну, вот хер он тут собрал флот и на меня прется. Так, эти ребята как тут? Игра сохранена. Уже собирать не будем ничего. Блин, опять там болезнь какая-то началась. Но мы переходим на следующий уровень. Врачей задействуем. И следующий уровень у нас инженер. Уровень инженер, и на этом я эту серию закончу. Прежде всего, нужно оценить условия. Инженеры все еще ром хотят пенни-фартинги, эти велики, карманные часы, банк, очки, кофе, электричество и электролампы. Я могу сказать, что еще будет еще один уровень — инвесторы. И это практически уже
конец. Ну, впереди еще много игры, на самом деле. Да ладно, потопил все-таки. Ладно, на этом я заканчиваю серию. Корабль. Нет, блин, давайте вообще сходим. Смотрим, что он там потопил, блин, тварина. Ключевой заголовок на... Иди в жопу. Я леди Джейн Фейтфул. Пропавшую в Арктике экспедицию возглавлял мой муж. Он сэр Джо. Потопил мне... Он мне потопил... За два года адмиралтейство сделало не слишком много для его спасения. Они, несмотря не оба корабля, нет, нет, а один. Вам предлагаю щедрую награду за его спасение. О, Михай... А почему... А, я его остановил. Так, продолжим. Приветствую. Я буду вас сопровождать. Леди Фейтфул хочет, чтобы я помогал вам советом. Там будет холодно. Окей. Так эти земли существуют? Новая экспедиция доступна. Мы сначала исчезновение королевы, наверное, сделаем, а потом уже будем во льдах. Вперед! Все, у меня блокада острова началась от этого парня. А может, он перемирие хочет? И это все, что у вас есть? О, за 22 тысячи. Стоит немного подумать. Я соглашусь. Пути! Так, 9 рома. Завезем обратно на остров. Вот теперь я серию закончу. Мы перешли на уровень инженеры. Штурман! Дальше, по идее, будет интересней. Спасибо, что смотрите. Уменьшилось количество рабочих, потому что болезни. Ну ничего, мы переживем эту неприятность. Стремление к развитию сильнее моего счастья. Загадка. Раскройте тайну щелков. Что вкусное, когда желтое, и не очень вкусное, когда зеленое или коричневое. Раскройте тайну, щелкнув требуемое здание. Что вкусное, когда желтое, и не очень вкусное, когда зеленое или коричневое. Может, это пиво имеется в виду? Что вкусное? Вообще, что у нас тут из еды есть? Рыба? Нет. Колбаса? Нет. Может, хлеб? Еле стою. Мы все делаем с любовью. Похоже, что нет. Консервы. Блин, ну я не знаю. Ладно. Все, закончу серию, а то я уже несколько раз собирался. Спасибо, что смотрите. Играйте в умные игры. И всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!